Началась Великая Отечественная война. Сотни тысяч коммунистов, комсомольцев, беспартийных стали подавать заявления о добровольном вступлении в ряды Красной армии. Среди них была Зоя Космодемьянская. История этой отважной юной девушки стала легендой. Группа из Одинцовского округа, члены клуба «Активное долголетие», депутаты, общественники отправилась в соседний русский округ, в деревню Петрищево, где год назад открылся уникальный музейный комплекс в память о Зое и всех защитниках Отечества. Зоя Космодемьянская олицетворяет собой мужество простого русского, простой русской девушки, молодой, готовый отдать свою жизнь на борьбе с фашистами. И, конечно, здесь мы с большим интересом послушали экскурсию. Нас очень хорошо принял коллектив музея. Вот сама экскурсовод, она является хранителем всех тех материалов, которые находятся в музее. Семейные фотографии, школьные тетради, выпускной, а дальше война. Зоя Космодемьянская сражалась в немецком тылу, была захвачена в плен и после страшных пыток казнена. На месте казни установлен мемориальный комплекс. Члены делегации возложили цветы к монументу. Во время посещения музея делегация приняла участие в интеллектуальной игре «Росквиз» на тему «800 лет Александру Невскому». Как известно, воинская слава навсегда вписала имя Александра Невского в историю нашего государства. Именно он стоял у истоков российской государственности. Имя Александра Невского – это имя России, знамя победы, символ единства и образ веры. Изучать историю своего государства можно в любом возрасте, уверены участники поездки. В музеях, путешествиях, на живых примерах и в ходе увлекательных викторин этот процесс интереснее вдвойне. Все это часть проекта «Историческая память партии «Единая Россия». Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».